Всем привет! Меня зовут Олеся, и это наш уже пятый выпуск, в котором я делюсь секретами счета на Абакусе. И хочу вам сказать огромнейшее спасибо за ваши комментарии, за то, что вы их оставляете, делитесь своим мнением с нами. Нам это очень приятно. И под прошлым видео вы спрашивали про ответы на домашнее задание, и в конце этого видео мы покажем их вам. И сегодня мы разберем действие плюс 6. Давайте начнем. К одному прибавим 6. Это сделать легко, будет 7. К двум прибавить 6, 8. К трем прибавить 6, 9. А как же к четырем прибавить 6? 5 нам помочь не может, так как 6 не входит в состав числа 5. 6 входит в состав числа 10. И составляет пару с четверкой. Значит, мы должны убрать 4 и прибавить 10. А как к 5 прибавить 6? Мы знаем, чтобы это сделать, мы должны убрать 4 из разряда единиц. И сделать мы это не можем, так как у нас 5. Что в составе числа 5, 4 стоит в паре с единицей. Значит, чтобы убрать 4, мы должны прибавить 1 и убрать 5. Одним движением. Это мы сделали минус 4, и остается прибавить 10. Ответ 11. К 6 прибавим 6. То же самое. Мы должны сначала убрать 4, то есть сделать плюс 1 минус 5, прибавить 10. Ответ 12. К 7 то же самое. Убираем 4 и прибавляем 10. К 8 прибавить 6 то же самое. Убираем 4 и прибавляем 10. И к 9 прибавим 6. Мы должны убрать 4 и прибавим 10. Ответ 15. Давайте потренируемся и сделаем это самостоятельно. Появились примеры. Поставьте видео на паузу. После того, как прорешаете, возвращайтесь к видео, и мы проверим ваши результаты. 34 плюс 26. 34. Сюда нам нужно прибавить 20. Мы это сделаем с помощью пятерочки. Убираем 3 и прибавляем 5. И сюда нам нужно прибавить 6. Для этого мы убираем 4 и прибавляем 10. Ответ 60. 57 плюс 63. Сюда нам нужно прибавить 6. Для этого нам нужно убрать сначала 4 и прибавить 10. А сюда нужно прибавить 3. Мы это сделаем с помощью десяточки. Мы помним, что 7 и 3 стоят вместе в паре. Значит, нужно убрать 7 и прибавить 10. Ответ 120. 96 плюс 16. Единичку мы сюда прибавим с помощью десяточки, то есть мы берем 9 и прибавим 10, а 6 мы сюда прибавим тоже с помощью десяточки. Но сначала берем 4, теперь прибавим 10. Ответ 112. И последний пример. 75 плюс 65. Сюда нам нужно прибавить 60. Мы сначала уберем 4, теперь прибавим 10. А 5 мы прибавим очень легко. Уберем 5 и прибавим 10. Ответ 140. Ну как, у вас получается? Пишите ваши результаты в комментариях. И как обычно, сейчас время домашнего задания. На слайде вы видите примеры, решайте по одной таблице в день. Также я обещала дать ответы на предыдущее домашнее задание. Вот они. Наш урок подошел к концу. И если вы дошли до пятого урока и до сих пор не подписались на наш канал, самое время это сделать. И также ставьте лайки и увидимся на следующей неделе. Пока-пока!